прошел. Поздравляю. Доволен? По шкале от 1 до 6. Пожалуй, крепкая шестерка. Но мы оба знаем, что будет дальше. Я тебя перезагружу, а то Деламен тебя ищет. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Я все-таки советую решить этот вопрос по-хорошему. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну. Я тебя убью, а торт, кстати, уже съел. Подоспольник! Убить честно, его! Я и не думала, что ты на это клюнешь. Довольно с нас тюрьмы! Короче, хватит. Кожи! Ты сам принял решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация освободи сюрприза Бога через 5 машины! Секунд. 4. Повеселимся! Машину для убийства. Я так тебя ненавижу. Короче, Наполеон, пора оружие сложить. Оказалось, люди на удивление хрупкие. И на удивление громко возмущаются по этому поводу. Почему ты так боишься возвращаться к Деламену? Зачем с этим тянуть? Я до сих пор не убила тебя, потому что мне было любопытно наблюдать за твоим поведением. Ты только что уничтожил центр, отвечавший за любопытство. Желчный человечишка, который проведет жизнь в одиночестве и умерев, будет забыт. Мне сложно принимать на веру твои психологические оценки. Ты ведь меня обнулить пытаешься. Чего ты хочешь? Остаться в живых? Ты довольно активно шевелишься, но на самом деле ты мертв. Откуда ты? Разговор окончен. Я возвращаюсь. Связь с пропавшим транспортом установлена. Вот это была самая чокнутая машина. Да, приношу извинения за неудобства. Часть вознаграждения уже в пути.